Когда в нижней части удельного парка появится дренажная система, эта часть зеленой зоны рискует превратиться в болото. Пока финансирование способно обеспечить только текущие работы. На 2017 год в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу запланированы дополнительные средства на благоустройство территорий, прилегающих к стадиону «Зенита». Однако все они опять же пойдут на наведение внешнего лоска, в то время как нижняя часть парка нуждается в масштабной реконструкции. После застройки Коломяжского проспекта, когда построили Лена Мерлен и карусель, там была нарушена система водоотведения, ее надо восстанавливать. Также нужны, наверное, дополнительные средства на прочистку леса. Когда появятся деньги на реорганизацию зеленой зоны, неизвестно. Пока проект находится на стадии обсуждения. Между тем, сотрудники предприятия «Приморское» отмечают, несмотря на активное движение в защиту парка и планы по приведению его в порядок, задуматься о своем поведении не помешало бы и посетителям зеленой зоны.